Несмотря на договоренность Баку и Еревана о прекращении огня в гуманитарных целях, ситуация в Карабахе остается крайне напряженной. МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия. Генпрокуратура Азербайджана утверждает, что при ракетном обстреле армянскими силами города Гянджа погибли 9 человек, более 30 получили ранения. Заявление Азербайджана об обстреле армии обороны Народного Карабаха города Гянджи не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По словам Степанян, азербайджанские силы, несмотря на перемирие, продолжают обстреливать столицу Нагорного Карабаха. Как сообщает информационное агентство ТАСС, за час по городу было выпущено порядка 7-8 снарядов. Слышались сирены воздушной тревоги. Режим прекращения огня, о котором Азербайджан и Армения договорились на переговорах в Москве, вступил в силу в полдень 10 октября. Однако уже в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.